Саратовские спасатели сдали кровь. Акцию «Подари жизнь» они посвятили сразу двум круглым датам этого года – 70-летию Великой Победы и 25-летию МЧС России. В передвижной вагончик центра переливания крови поднимались представители всех служб МЧС – от начальника до рядового сотрудника, мужчины и женщины. Всего 50 человек. Это максимум, который за один раз может принять передвижной пункт. Каждый сотрудник сдал примерно по 450 мл крови. Первый раз в роли донора выступил руководитель регионального управления МЧС Игорь Качев. В министерстве обещают, что такие акции будут проходить раз в квартал. И в них примут участие спасатели 8 отрядов в районах области. Сотрудники с пониманием им к этому откликнулись, потому что те чрезвычайные ситуации сейчас происходят очень часто, и ДТП на территории Саратовской области. Люди, кто нуждается именно в этом, наверное, и сегодня донорская кровь пойдет, наверное, тем нуждающимся, которые находятся в учреждении.